Уважаемые одесситы и гости города, 30 января начался второй этап реконструкции новощипного ряда и была перекрыта часть улицы Водопроводной в районе площади Старосиной. Если выходные прошли более-менее спокойно, то первый рабочий день, конечно, создал нам некоторые проблемы. Уровень пробок достиг практически максимального, что вызвало ваше естественное недовольство. На сегодняшний день департамент транспорта, специалисты департамента ежечасно, ежесекундно мониторят текущую ситуацию и принимают все необходимые меры для того, чтобы повысить проезжаемость в нашем городе. Для того, чтобы повысить проезжаемость по этим улицам, нами уже принят ряд мер, в частности, в переулке Высоком фаза светофора увеличена до 80 секунд, что, в общем-то, позволило уже сегодня снизить уровень пробок. Большая просьба, в общем-то, воспользоваться, может быть, альтернативными путями проезда к Малиновскому району, Киевскому району, использовать для этого улицу Большоурнаутскую, Прохоровскую, Балковскую. Прошу с пониманием отнестись вас, потому что, по сути, реконструкция новощипного ряда как раз призвана и любое другое обновление нашей инфраструктуры призваны для того, чтобы сократить уровень пробок, повысить проезжаемость в нашем городе и комфорт перемещений.